We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out out on a terrace. Мы отстояли огромную очередь. Огромную очередь. Чтобы попасть туда. Вон туда. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Всем привет! Я вчера ничего не снимала, ничего особо не говорила, потому что просто я не люблю говорить в своих видео. Но сегодня мне придется. Сейчас у нас 9:30 или 10 утра, и мы едем в Лувр. И я надеюсь, это будет классно, и вечером мы идем в Мулен Руж. Это будет очень круто. Так что надеюсь, вам понравится. Мне так нравится архитектура этого города, я бы здесь очень хотела жить, но очень безумно нравятся вот эти балкончики. Ну, это как бы окна, но выглядят они как балкончики. А еще на самом деле я приятно удивлена, то, что Париж очень чистый город, и тут реально, я не знаю, каждая машина, которая проезжает, она настолько чистая, она настолько блестит, и я такая типа, как? Как даже автобусы, я не знаю, они как новенькие просто ездят. Мы дошли, прикиньте, мне бесплатно в Лувр можно, потому что I'm 16. And I'm child. Там, короче, я на Эйфелеву башню тоже вчера. У меня скидон был, потому что... Ну что? У меня был скидон, потому что там до 24 лет считаются, типа, джуниоры, прикиньте. До 24. Дамы и господа, Лувр. А как туда к Лизке-то попасть-то в гости? Лиза! Лиза! Запечатлиться это скажи, я не думаю, что такая. Лиза! Мам! Своей рукой! Мам! Когда у Лизы вписка. Всем снова привет! Сейчас мы находимся в пригороде Парижа, который называется Версаль. И сейчас мы собираемся в замок, который тоже называется Версаль. Жду, пока бабушка с мамой купят билеты. И залипаю вот в эту штуку. Я купила ее в Лувре. Смотришь в этот глазочек, и там картины из Лувра. Иногда такие кадры попадаются. Это 1,5 часа стоять. Это жесть. Мы бы сейчас стояли вот так, на солнце. Представляешь? Не представляю. В итоге мы идем
смотреть парки, фонтаны, вместо того, чтобы идти в этот дворец, потому что там очередь просто нескончаемая. I'm falling in, I'm falling down. I wanna begin, but I don't know how. To let you know how I'm feeling, I'm high on hope, I'm reeling. Всем доброе утро! Сейчас мы находимся на кладбище, которое называется Перлашес, вроде бы. Там захоронены знаменитые люди, такие как Оскар Уайлд и все дела. Брежнев. Брежнев? Хрущев. Listen me. Троцкий. Троцкий. And Юрий Гагарин. And оп-оп-оп. Лайка. Ваф-ваф-ваф-ваф. Союз. Лайка. My dog's name Лайка. Он сумасшедший. Мария Калас, Опера Камен. Муни, 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 смуни. Короче, в итоге к нам подошел какой-то гид, прицепился, или он не гид, я не знаю кто, но он очень угарный чувак. Ну, не совсем интересно для меня, конечно. Вчера вечером мы пошли в Мулен Руж, мы живем около него. Меня очень сильно впечатлила сама атмосфера, не то чтобы танцы. Там танцуют канкан, если кто не знает, вот. На могилку можно поставить? Мне понравились костюмы, правда, там все шоу просто голые женщины, ух! Всем снова привет! Сейчас мы находимся уже на самой старой улице Парижа, которая называется Монмартр. И мы будем подниматься на фуникулёре куда-то вверх. В планах на вечер у нас прогулка на катере. Kiss me out of the bearded barley nightly beside the green green grass. Swing, swing. Swing that spinning step. You wear those shoes and I wear that dress. Oh, kiss me beneath the milky twilight. Leave me out on the moonlit floor. Lift your open hand. Strike up the band and make the flyflies dance. Silver moon sparkling. Down by